столице Дагестана, в историческом парке «Россия. Моя история» прошел образовательный интенсив для журналистов «Инфорум». На площадке собрались руководители и корреспонденты региональных СМИ, а также из других субъектов России. Открыли встречу приветственным словом заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Далее руководитель Института развития новых медиа Мухтар Амиров презентовал сайт «Наш Расул», где подробно рассказал о специфике интернет-портала, а также отметил, что готов к предложениям и пожеланиям для улучшения сайта. Торжественной частью встречи стало вручение государственных наград «Заслуженный журналист Республики Дагестан». Обладателями этого звания стали представители печатных СМИ «Дагправда» и «Лезгигазет». В рамках мероприятия состоялся пресс-подход Владимира Соловьева, где журналисты могли задать эксперту все интересующие вопросы. Также спикеры в форме интерактива обсудили темы «Диалог без регалий», «СВО», «Фейки» и «Медиавойны», «Социальные сети для дагестанских СМИ», «Тренды и разбор региональных каналов», «Авторские права по фотографиям» и многое другое.